можете подпись поставить за ограничение? Заведение виз со странами Средней Азии и Закавказье. А, да вы что? Давайте. Сейчас происходит то же, что произошло с Римской империей, когда ее заселили люди, не являющиеся носителями культуры. Страшно, что произойдет то же самое у нас. Я подписала обращение, потому что когда в мечети праздник, я живу на улице Малой Посадской в Петроградском районе, просто к дому не пройти. Здесь в центре города устраивают абсолютное безобразие. На улице жарят чуть ли не шашлыки, мусульмане сидят на площади чуть ли не до, не до трамвайной остановки, где ходит шестерка. Стоят машины, машины припарковать в центре негде. Это просто безобразие, мечеть должна быть архитектурным памятником, которым она и является. Адрес либо проживания, либо прописки. Там. У меня не было никогда предрасположенности к людям другого цвета кожи, никогда с детства, и не было никакого отвращения, но каждый день видя новости, как эти уроды насилуют кого-то, просто вау. Отвращение теперь вызывает, вот реально оно появилось буквально за несколько лет, когда я начал чем-то интересоваться и прямо ребята, подпись поставить. Не могу теперь смотреть на них, хочется, чтобы, не знаю, их там было один за час встречать максимум, но просто, не знаю, такие эмоции отвратительные вызывают. Ну смотри, это все сделано ради чистоты. Да, это все сделано ради чистоты, чтобы Питер был чист, вот так. Короче, вот точка. Так. Точка. Все, пока. До свидания. До свидания. Чтобы хотя бы можно было как-то их фильтровать. Я живу на блокпосту. У меня сверху узбеки, снизу таджики. Засранцы неимоверные. Никогда в доме не было клопов. Никогда никто не валялся на лестнице. С некоторых пор это появилось. Это парковочные места. Это наши рабочие места. Я не говорю уже о уголовных преступлениях. Желаем. Фамилия, имя, отчество, адрес прописки проживания. Хотим ввести визы со странами Средней Азии и Закавказья. Давайте. Ой, это паспорт, номер. Не. Имя, фамилия, отчество, адрес прописки или проживания, телефон или электронная почта. Это вопрос не национализма, вопрос существования европейской цивилизации. Я иду, я не понимаю, где я уже нахожусь. То ли я в России, то ли я уже в гостях. Металлический. Удачи. Спасибо. Ну, честно говоря, я не очень люблю просто выходцев из Средней Азии, в том числе, ну и по большей части потому, как они ведут себя в нашем городе, и не только в нашем городе, пристают к молодым девушкам, и вообще просто, ну, всячески хамски пытаются ущемить наши права. Я считаю, что это неправильно, поэтому нечего их пускать. Узбекистан, Таджикистан. А, да, я согласен. Пускай не провизу. У нас очень мало людей подходило, кто был не в курсе. Паспорт не требуется, на самом деле, да. Фамилия, имя, отчество, адрес, телефон или электронную почту. Я считаю, что у нас достаточно здесь мигрантов. И чтобы, говорится, приезжали действительно именно работать. А не, скажем так, шляться без работы. И нападать на нас. Почему подписали? Потому что, ну, например, сейчас вот у Морожаева, когда я, была очень большая эпидемия туберкулеза, которая, опять же, из-за того, что нет визового режима, и приезжают с Ближней Азии и там с стран Закавказья люди, которые заражены и распространяют свои там, ну, которые не учитываются нигде, не стоят на учете в больницах и заражают наших детей, например.